Чемпионат Ассоциации студенческих спортивных клубов стартовал в РЯЗГМУ. Это внутренний отбор. Лучшие игроки поедут на всероссийский этап, который в прошлом году проходил в Казани. В чемпионате принимают участие все желающие, как профессионалы, так и любители. Студенты соревнуются в 5 видах спорта. Это баскетбол, волейбол, футбол, шахматы и настольный теннис. Дмитрий Демин играет в него с 1 класса, а благодаря вузу смог выйти на новый уровень. Первое, что я сделал, это я подтвердил кандидат в мастера спорта по настольному теннису. Потом я был призером чемпионом России среди медуниверситетов. Призером был Центральный федеральный округ России. Входил в топ-3, даже сейчас вхожу в топ-3 по Рязанской области. Высоких результатов удалось достичь благодаря упорным тренировкам и студенческому спортивному клубу. Ему в этом году исполнилось 4 года. В ССК есть секции на любой вкус. Студенты занимаются аэробикой, армрестлингом, боксом. Есть даже женская футбольная команда, которая стала лучшей среди вузов. На самом деле и функционирование, работа клуба направлена не для того, что мы хотим кого-то обязательно победить. Мы, безусловно, не хотим проигрывать, но на самом деле самая главная задача нашего клуба в том, чтобы росла массовость. Было больше тех, кто активно занимается физкультурой и спортом, и для кого это действительно стало нормой. Студенческий спортивный клуб активно поддерживает кафедра физического воспитания, поэтому занятия проходят по-настоящему эффективно, а присоединиться к ним могут все желающие, даже с нулевым уровнем подготовки. Время есть всегда, его можно найти всегда. Главное, было бы желание. Медики любят спорт, ну, наверное, потому что медицина и спорт непосредственно связаны между собой. Спорт закаляет, и поэтому в медицине закалка нужна как никогда. Поэтому хороший медик должен быть хорошим спортсменом, наверное. Стоит отметить, что студенты-медики регулярно сдают нормы ГТО, участвуют в турнирах различного уровня и показывают отличные результаты. Так, на открытии чемпионата ССК студентам вручили книжки с первым взрослым разрядом по баскетболу. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».